здесь, ребятки. Мишка. Опять поймал жереха. Ух, как сейчас я его победил. Ух, 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 ух. Тихо, 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 так, тихо. Я не прослабляйся. Сам заведешь мне. Да, чтобы не зацепиться. Давай, 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 давай. Оп, сейчас наверх его. Оп, есть! Ха-ха, Мишка красавчик! Прослабь катушку. Отлично. Отлично. Вот пусть он разобранный так и лежит тут. Да пока его разберешь. Так, ну что, я пошел тоже размачивать счет. Есть, 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 есть. Есть. О, Мишка взял, ребят. Красавчик. Я думал, баржу опять. Опять баржу, думал, поймал, да? Эх, катушка. Сюда выводи. Тихо, 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 тихо. Отлично. Оп. Тихо, 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 тихо. Нормально, нормально, нормально все. Да, не торопись, да пусть он устанет, он сейчас чуть подустанет. О, сюда, сюда, сюда. Есть! Отлично, ребят, вот это же решок еще один. Миша молодец, прослабь катушечку. Миша молодец у нас. Василий, давай меня ущипни, а то я сплю все еще до сих пор. А, она все здесь уже вышла. Давай. Миш, я не могу, я левша. Я могу только в ту сторону, я вообще точно могу тебе куда-нибудь бросить. Да, я по прямой кидаю, стараюсь. Ах, хорошо, вот точно. Прям жереху по голове попал я. Ух, хорошо, хорошо. Сон чуть подзатянуть. Миша, подсак. Ага. Ой, блин, сошел. Сошел. Ну, видать, за это самое. Ну что ж, ребят, работает, работает. Русская блесна. Сальвадор, пилькер. Да, чуть быстрее пошел. И вот он стал хватать. О, у Мишки есть. Сейчас, Миш. Миша. Миша взял крокодила какого-то, ребят. Все, не торопись, не торопись. Фрикцион звенит. Подтяни чуть-чуть. А он все, он уже здесь у него. Пусть уже это самое. Вон, вон, вон он. Пусть, пусть устанет чуть-чуть. Пусть чуть-чуть устанет. Отлично. Хорош. Миш, 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 вот спиннинг так не держи за пол спиннинга. А то обломаешь. Он должен весь работать. Все, все, все нормально. Подожди, подожди. Оп, есть. Отлично. Отлично. Миша молодец. Миша, молодец. Карма-то моя налаживается. Карма налаживается. Оказывается, чтобы вылечить твою карму, нужна просто рыба. Чтобы она была. Вот, у Мишки еще один красавчик. Блин, вот палку кто сюда оставляет, вот это я не знаю. Михал. Оп, есть, поменьше такой. Ну. А? Ну да. Где-то, знаешь, так ощущение, что где-то стоит прямо вот перед нас метров 20-25, прямо по центру. Да, да, напарник стоит. Отлично. Сейчас я его споймаю.
Простите за внешний вид, народ. Пошел, так сказать, в соседние кусты и увидел в воде на кустах вот такой вот прекрасный кастмастер. Кто-то, видимо... У Мишки прилов не только рыбы, но еще и блесен. Молодец. Я вообще просто, видимо... Ну, видишь, ты один отдал кастмастер, один забрал. Да, все, все. Все это уравновешено. Ребятки, рыба будет ловиться в течение дня, мы никуда не торопимся и спокойно ловим. Миша пошел, проводник наш пошел половить вот туда на выступы, на бугорки. Он ловит судака сама, а мы ловим жереха. И, как видите, ловим вполне удачно. У нас очень хороший улов, по нашим меркам, так грандиозный. Рыбалка состоялась уже два раза, как видите. Да. Причем грандиозно состоялось. Так, я сейчас еще пару раз закину сальвадор. И ежели не будет ничего, поменяю. Еще у меня есть от русской блесны наживки. Попробуем их. Адреналинчик, ребят, хорошо. Ради этого сюда стоит ехать. Ради вот такой рыбалки. Это, конечно, что-то. Ну да, а Мишка толк в пешкоходении знает. Сейчас у меня крокодил поймается. Их там много, да, жерик стоит на яме. Не, не дует нормально, да. Так, я попробую еще одну приманку от русской блесны. Это у нас был сальвадор. Мы его снимаем. Вот такая вот наживка прекрасная, которая мне принесла рыбу. Я доволен. Попробуем сейчас трехгранк. Трехгранка, трехгранку вот попробуем, ребят. Такая вот блесеночка. Вот такая вот трехгранка. 33 грамма весит. Она вот так вот опускается и играет. Блесна покрыты серебром, и жереху это очень нравится. Сейчас попробуем, как у нас будет трехграночка работать. Вот так вот, смотрите, она вот очень-очень-очень так блистабельно. Ну что ж, делаем заброс. Летит тоже далеко. И так она чувствительно уже тянет. Киверкип так подергивается на этом тесте. Тест у нас 15.40. Да, 15.40. Палка сталкер. Волжанка. Да, Мишка у нас ловит на спиннинг универсал. Да. Какие у Миши правильные забросы получаются, но мне не под руку это, ребят, я левша, поэтому мне в ту сторону не получается кидать, а там как раз у него секрет его уловистости вообще у Мишки, потому что он кидает как раз туда, где стоит жерик, я не могу туда забросить, потому что мне это не с руки. Да, он прямо ему, грубо говоря, кидает на голову, а я уже собираю все объедки. То, что он своей блесной распугал, вот это мне достается. Трехгранка тоже хорошо летит. Попробую медленную проводочку. Вот у Мишки есть... Ушел? Сорвался. Был у Миши удар. Попробую медленную проводочку. Оп, был ударчик у меня. Ну что ж, трехгранка у меня не хочет пока разлавливаться. Скорее всего, я ее, ребят, не понял еще, поэтому... Может быть, что-то делаю не так. Потому что играет она очень красиво. Миш, как заброс тебе с этой палкой? Вполне видишь, я кидаю метров, наверное, на 40-50. Совершенно легко. Особых усилий и кидаю сбоку. Опа, есть у Миши. Есть и хороший есть. Что там, рыба? Зацеп? Миша поймал баржу. Кастмастер, Мишка, сказал, кастмастер. Туда, Миша, надо приехать со снарягой, нырнуть. И собрать все.
Мы сюда приплывем и нырнем, и я соберу здесь все это барахло. Там космастеров у нас будет запас на год. На этой барже. Хотя на техногенные сооружения я очень не люблю нырять. Жутковато. У Мишки точка уловистая там, но и зацепистая. Есть, ребят, зацеп, Мишка. Потому как удочка моя дергается. Ох, Мишка поймал. Че? Тихо. Ну он не звенит у тебя, да? Все нормально. Хорошее что-то. По крайней мере, очень серьезно сопротивляется. Отлично. Предыдущая рыбка была послабее. Тихо. Спокойно. Не перематывай прям. Дай, отдавай ему, если он это самое забирает. О, хорошо там. Хорошенький. Подожди. Не торопись. Есть. О, хорош. Хорош, как первый. Очень хороший. Дай-ка я тебе его. Очень хорошая рыбка. Все, возьмешь сам? Да, возьму все. Миша молодец. Блин, вот что же я это самое. Вот не могу я с правой руки, ребят, бросать. А бросать надо вот туда вот. А я, если с правой брошу, то боюсь, буду ловить дерево. А. Что? Почти за это. Давай тебе брошу туда. А ты выиграл. Не надо так. Я так, ловлю рыбку. Ты главное, что... Рыба есть, ребят, вот она, она большая, она крупная, она сильная очень рыба. Ребят, Мишка сейчас тоже поставит русскую блесну, сальвадор, но на нее поставить не зацепляйку, тройничок. Попробуем, потому что там у него очень коряжестое место, и он уже не одну блесну уже там утопил. Мишка, зараза, а? Куда кидает? А я не могу туда кинуть. Зацеп, что ли? А у меня был удар, блин, а? Пока я на паузе держал. У Мишки опять зацеп. А я пока на паузе был, думал выматываться. И у меня ударило. Все-таки, Мишань, бери чуть-чуть. Не, это ты вообще не отцепишь. Не зацепляйку. Попробую я медленную проводку тогда. Сердце кровью обливается. Да, Мишка. Как и ловит, так и отрывает. А наживок у нас не так много. Русскую блесну утопил, а? Ну ладно, что мы сейчас? Потопим все и поедем судака ловить. Вот, ребята, Миша поймал какого сазана. Красота. Да, у нас что-то затихло. Обрыв был. Легко сказать, это я вот сейчас тебе вот что вот с этой руки туда в бок бросить, понимаешь? Да, мне это то же самое, это самое. О! Есть! Ты смотри, а! Блин, что это, это крокодил какой-то, а? Ой-ой-ой-ой, какой хороший, а! У меня такого еще не было крокодила. Очень хороший. Подсак надо. Ой-о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 й, какой. Какой. Ох. Хороший. При. О, забагрился. А нет. Забагрился, да? А, заплавник прямо. Посмотри, какой хороший-то, а. Сейчас. Опа!
За плавник за верхний прямо взял, а его. Ты смотри, какой крепкая рыба какая, а. А я думаю, что у меня за бегемот там попался. Видите, это, как бы, он стоит туда головой, понимаешь? Ты по нему идешь, то есть его там вал стоит. Да-да-да. Ой, какой бегемот. А вон от пиявок эти следы-то, да? На пузе. Да ты маньяк, Миша. Просто мы делаем это для того, чтобы они не шумели в воду. Ну и гуманнее, наверное, это все-таки. Может быть. Не будем. Это у тебя просто рука удачливая. Да. Точно тебе говорю. Чуть-чуть туда. Он взял где-то уже рядышком прям вот. Зацепился рядышком. Если бы я мог, я просто сейчас буду если тренироваться, у меня все блесна будут на дереве. А нам это не нужно. Это Мишкина. Мишкина стезя там. Эх, как ни старайся, не получится. Грусть. Ну и пусть. Мишка у нас хоть наловится. Мишка целый ящик рыбы наловил. Так, русскую блесну поставим. Делфи. Ты не пьешь мало, тебе мало надо. Это большая разница. Да, да, да. Это большая. Я говорю, это большая разница. Когда одно дело человек мало пьет, а другое дело, когда человеку мало надо. Солнышко пригревает, жарко становится. Куртка темная. Опа! Блин, Мишку поймал. Дай. Опа. Как так получилось? Ай. Это же мой палец. Зачем ты его колешь? Больно. Это свой. У тебя системы нет, свой, чужой. Фу ты, блин. Ай-яй-яй. У меня ахтунг. Я думаю, что ж такое-то, а? Мишаня, закинься ты за него. Нет, ты за моего можешь закинуться? Подожди, а то мы сейчас закинемся. А, ну да, закинуться и попробовать. Закинься за него. Во, и на меня намотай, ну, зацепи меня. И в ту сторону, оттуда, к дереву, да, вот. Веди его так, чтобы попасть на мою леску. Есть. А, выводи его сюда. Оп. Давай. Сейчас я, по крайней мере, приманку сохраню. Нет, стой. Ты сейчас отцепишь, лес вытащишь через дерево. Отвязывай. Ну, я попробую сейчас так сдернуться. Не надо, прям отвязывай в лесу и через... Ну, все. Через это, через лес вытаскивай. Можно и так, да. Тихо. А! Блин, чуть. Ага. Да, есть. Есть, упала. Надо половить. Где моя? Русский блесна. Сальвадор. Есть? Отлично, у Мишки есть. Куда ты держишь спиннинг, как? Миша, спиннинг-палка вся должна работать. Спокойно, не торопись. Не торопись, сейчас. Опа, есть. О, хороший, 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 хороший. Раз, и отцепился. Остался в нем? А, хорошая, хорошая рыбешка. Да. Килограмма три. Неожиданно хороший экземпляр. Килограммчика три, ребят. Молодец, Мишаня.
Вот, ребят, что бывает, когда стоит плохой тройник. Это был тройник, вот стал он двойник, вот такое кольцо. Вот так жерех его разгибает. Представляете, насколько сильная рыба. А сейчас Миша будет ее отпускать домой. Ну что ж, прощальное фото, Михаил Юрьевич. Вот такой красавец, вот такой, да. Вот такой красивый очень. Своя стихия. Опа, красиво. Ай, как пошел. Красавчик. Миша, как ощущения у тебя? За ним хочешь, да? Необычно приятное ощущение. Необычно отпустить рыбу, да? Да, такое. Оно ново. Да, интересно. Легко как. Я бы его не отпустил ни за что. Я вообще поймал мало рыб сегодня. Дело в том, что у меня сектор заброса вот здесь, а рыба клюет там. А я как левша не могу в ту сторону кидать. И поэтому собираю крошки, то, что разогнали другие. Приятно поймать рыбу, подержать ее в руках и, ну что там говорить, подарить ей снова жизнь. Это приятно. Второй шанс. Да, второй шанс. Ну, ребят, посмотрите, Мишка спать лег. Надоело ему рыбу ловить. Вот сколько наловил, ящик целый рыбы. Говорит, Васильич, лови сам. Мне, говорит, надоело. Ну ее нафиг, эту рыбу. Да-да, ребят, так все и было. Мишка лентяй. Слушай, а может будет вообще гуманно ловить, крючок не ставить? Удары просто чувствовать и все. Да-да-да. То есть самые крутые рыбаки, они вообще не отпускают рыбу, они, ребят, без крючков рыбачат. В засос. О, я новый способ рыбалки придумал. В засос. Как вам такой пердомонокль? Слушай, а что за белые червяки на них? А, пиявки такие, да? Есть у Мишки. Так. Есть у Мишани. Ух ты! У тебя фрикцион-то. Оп. Оп, спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.